Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга, и я сегодня без тона на лице. Это значит, что мы будем с вами смотреть свотчи и наносить на лицо новую адаптивную тональную основу The One Everlasting Sync с SPF 30. Это умная тональная основа, которая адаптируется к потребностям нашей кожи, окружающей среде для свежего макияжа на весь день. Oriflame предлагает нам 10 оттенков и делит их на 3 категории: 3 холодных оттенка, 2 теплых и 5 нейтральных. Каталог говорит нам, что пигменты, скин, камуфляж адаптируются к тону кожи, выравнивают цвет лица. SPF 30 – очень крутая защита от солнца. Также добавлена в тональной основе пудра Oil Control, которая впитывает излишки кожного сала и пота для стойкого полуматового финиша. И я уже наносила эту тональную основу на себя, на свою кожу в макияже. Да, в этот раз я протестировала ее заранее и могу сказать, что лучше стойкий полуматовый макияж, но долго, действительно стойкий, чем сразу матовый макияж, но который плывет уже через час. Вот в данном случае отличный полуматовый эффект продержался очень долго. Блеска у меня на лице не появлялось несколько часов, хотя у меня блеск стремится появиться в первый час-два после того, как макияж нанесен. Поэтому это свойство я вам уже сразу могу заявить и сразу сказать, что да, действительно оно работает. Также мы видим информацию об этой тональной основе, что производитель заявляет нам 30 часов стойкости, и я могу отметить, что мой макияж выглядел свежим очень-очень долго. Даже когда я целый день ходила по делам и вечером пришла и посмотрела в зеркало, то мне понравилось то, что я увидела в зеркале. У меня было такое чувство, как будто я макияж нанесла совсем недавно. И одно из свойств этой тональной основы заявлено — водостойкость. Такие тональные основы могут выдерживать непогоду, напряженный день и даже танцы до утра и слезы радости. Водостойкость – это способность не растворяться под воздействием воды. Достигается за счет повышенного содержания в составе силиконов и минеральных масел, создает своеобразную пленку, которая не дает воде вступать в реакцию с тональным кремом. Но имейте в виду, что при этом эффект получается двусторонним. Если эта пленка не пропускает воду снаружи, значит, она не пропускает воду и изнутри. Происходит то же самое с обменными процессами, и кожа более затрудненно дышит. Я не ощутила этого, я не моя кожа, моей коже было очень комфортно, когда тональная основа лежала на ней, но все-таки я бы не рекомендовала использовать вот данную тональную основу прям при каждодневном, ежедневном макияже. Вот это вот свойство водостойкости, оно накладывает некоторые обязательства на тональное средство. Это значит, что эта тональная основа для макияжа, когда действительно оправдана вот эта стойкость. Так что имейте вот этот момент в виду. И важно помнить, что если тональная основа водостойкая, то ее невозможно удалить привычными средствами для снятия макияжа. Для ее удаления обязательно нужно средство на масляной основе, как, например, гидрофильное очищающее масло, которое совсем недавно появилось в Oriflame. Это отличная новинка, и обзор на нее есть на нашем канале. Но если мы посмотрим еще одно свойство тональной основы, то мы увидим, что Oriflame изобрел инновационную технологию, которая называется Skin Respond. Ох уж мне вот эти все названия технологии. Пусть будет Skin Respond. Что же она делает? Она собирает влагу из окружающей среды и дарит ее коже. То есть, когда влажность воздуха повышена, эта технология накапливает излишки в тональной основе. И когда воздух сухой, то технология отдает влагу коже, не допуская пересушивания и поддерживая необходимый уровень увлажненности. То есть, это значит, что вот эта самая пленка, она является таким проводником между влагой из воздуха и непосредственно кожей. Поэтому, может быть, именно с данной водостойкой тональной основой кожа наша будет дышать, но это мы уже посмотрим при длительном тестировании, насколько комфортно будет чувствовать себя кожа. А сейчас давайте посмотрим с вами свотчи на руке. Первый оттенок 35778, холодный алебастровый. Вот так выглядит этот оттенок в сравнении с каталогом. Мне кажется, что в баночке он немного светлее. Вы видите, что он относится к категории холодных оттенков. И давайте посмотрим
как он поведет себя на руке. Вот так он выглядит на руке. Я бы не назвала этот оттенок оттенком для белоснежек. Несмотря даже на название, что он алебастровый, и вы видите, какой он светлый в тюбике. Посмотрите, как на руке он выглядит совсем даже не белым. Давайте мы его немножко сейчас разотрем, но он и в каталоге тоже выглядит чуть темнее. Вот смотрите, да, чем оттенки, которые находятся с ним рядом. Видите, что там есть еще следующие оттенки, которые выглядят посветлее. Но это мы с вами еще посмотрим в сравнении все оттенки рядом друг с другом. Ну а пока вот такой вот холодный алебастровый. Следующий оттенок из категории нейтральных 35779 – это нейтральный ванильный. И выглядит он посветлее, чем первый оттенок, и даже в каталоге он посветлее. Кстати, вот именно этот оттенок, на мой взгляд, соответствует каталогу. Ну, посмотрим сейчас, как он поведет себя на руке. Вот так выглядит на руке нейтральный ванильный. И в тюбике он какой-то прям даже немного с зеленцой, а на руке он выглядит очень даже неплохо. Желтоватый, достаточно светлый. Давайте попробуем растереть, что у нас получится. Ну, светлый, конечно, это для девочек, у кого светлая кожа. И можно не бояться подбирать себе нейтральный оттенок. Смотрите, неважно, теплый подтон у вас или холодный, если у вас светлая кожа, отлично подойдет вот такой вот нейтральный ванильный. 35780 холодный фарфоровый. Еще один холодный оттенок, но, знаете, вот на мой взгляд, этот оттенок прям вот не выглядит холодным. Ну, хотя, наверное, вот у него какая-то есть розовинка, может быть, за счет этой розовинки его считают холодным. Но он, конечно, не рыжий, но вот мне кажется, что все-таки у него есть какой-то теплый подтон. Ну ладно, будем верить каталогу, давайте посмотрим на руке. Вот так выглядит холодный фарфоровый. Прям я отчетливо вижу розово-персиковый подтон у него. Давайте его растушуем немного и посмотрим, как он будет тушеваться. На мой взгляд, это не совсем фарфор. Очень хорошо, на самом деле, вот эти пигменты адаптируются к тону кожи, и практически не видна разница. То есть, мне кажется, что даже если вы немного не попадете с оттенком, не страшно, он адаптируется. Я вижу, как вот моментально тональная основа подстраивается под цвет кожи, неважно, какой оттенок я сейчас на себя наношу. Вот такой вот холодный фарфоровый. Следующий оттенок 35781. Это нейтральный нюд. Мне понравился этот оттенок. Я его рассматриваю для себя. И смотрите, в каталоге он тоже очень симпатичный. Но мне кажется, что нейтральные оттенки, они будут прям беспроигрышные. И этот оттенок не темный, не светлый, он именно действительно нейтральный. Давайте посмотрим на руке. Вот таким образом выглядит нейтральный нюд на руке. И мне кажется, что это действительно будет один из самых популярных оттенков, потому что он очень хорошо подходит, ну, под такой средний тон кожи. Ну, я думаю, что в принципе нейтральные оттенки будут пользоваться популярностью, по крайней мере, в холодное время года точно. А потом уже, когда мы будем загорать летом, уже будут пользоваться, конечно, популярностью более теплые и более темные оттенки. Вот так, смотрите, тоже он хорошо тушуется, отлично просто. Ну, можно весь вот даже растушевать, смотрите. Наверное, так вам даже будет лучше видно. Вот такой вот нейтральный нюд. Мне нравится, хороший оттенок. И мне нравится текстура и качество тональной основы. Но это мы еще с вами посмотрим на лице. 35782. Холодный розовый. Вот такой вот красивый оттенок. И это третий оттенок в линейке холодных. Третий и последний. Тоже мне этот оттенок очень понравился. Он немного светловат, но мне кажется, что флакончик соответствует оттенку в каталоге. Давайте еще теперь посмотрим на руке. Тоже выглядит, на мой взгляд, немного темнее, чем в флакончике. Ну, давайте тушевать. В
тушевке они видны лучше, эти тональные основы. Действительно, холодный оттенок подойдет блондинкам, цветотипу зима. Смотрите, вот так это выглядит. Наверное, это все-таки не мой подтон, но оттенок достаточно симпатичный. Мне кажется, будет здорово освежать, ну, как и любые холодные оттенки. 35783 – это нейтральный оттенок, и нейтральных больше всего в этой коллекции. Их целых 5 штук. Давайте сравним с каталогом. В каталоге этот оттенок выглядит самым рыжим, и в жизни он тоже такой достаточно песочный. Я не знаю, почему его называют нейтральным. Может быть, есть какие-то обозначения у тех, кто разрабатывает оттенки. Может быть, здесь какой-то есть действительно нейтральный подтон. Но, на мой взгляд, и в каталоге, и в жизни этот оттенок все-таки имеет теплый подтон. Мне кажется, что он все-таки рыжит, но он же не просто нейтральный, он же нейтральный именно бежевый. Давайте растушуем, посмотрим, как он себя поведет. Но это прям песочный оттенок. Конечно, он нейтральный, но смотрите, он явно рыжий. Подойдет тем девочкам, у кого теплый, мне кажется, оттенок кожи. Хотя вот у меня теплый подтон кожи, но даже этот оттенок, видите, насколько он для меня желтоват, прям желтит откровенно. 35784, теплый, песочный. Ну, вот этот оттенок должен быть точно рыжим, потому что он относится к теплому подтону оттенков. Вот вы видите, оттенок здорово соответствует картинке в каталоге. Давайте посмотрим на руке. Если вы приедете с отпуска или собираетесь в отпуск, то запаситесь как раз вот таким вот оттенком. Давайте его растушуем. Он достаточно темный и очень рыжий. Тот оттенок действительно был нейтральный, а вот этот песочный. И он еще и светлый, теплый, песочный, судя по английскому названию. Легкий, легкий песок это. Понятно? То есть это такой мальдивский песок. А будет еще песок более темный, песок Канарских островов. Знаете, там есть черный песок. Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет в тональных основах. Но оттенок, вот вы видите на экране. Конечно, он сейчас не втушеван, а просто я разнесла цвет по руке, чтобы вам было более понятно, что это за оттенок. Конечно, при нанесении на лицо он будет втушевываться сильнее. Но, тем не менее, вы видите, что если вы где-то его недостаточно сильно втушуете, рыжие пятна обеспечены, если только у вас не такой рыжий подтон кожи. 35785, естественный беж. Тоже light ivory оттенок, и этот оттенок относится у нас к линейке нейтральных. Если сравнивать с каталогом, то в каталоге оттенок выглядит темнее, ярче и, мне кажется, вообще каким-то другим, чем в тюбике. Ну, давайте еще нанесем на руку. Если прошлый оттенок был нейтральный, помните, 83-й, нейтральный бежевый, то это оттенок естественно бежевый, и он, в принципе, по тону похож, просто потемнее. Мне нравится оттенок, то есть если вам подходит нейтральный бежевый, и вы подзагорели, то переходим на естественный бежевый совершенно свободно. Вот так это выглядит. Действительно, по сравнению вот с песочным 84-м оттенком, этот оттенок более нейтральный. Вот я бы не рисковала теплыми рыжими, я бы все-таки брала бы что-то из нейтральных оттенков, либо из холодных. Ну а дальше вы, конечно, уже смотрите сами. Особенно посмотрите сводчи на руке в сравнении друг с другом, и там вам будет еще более понятно, как эти оттенки отличаются. И вы поймете, какой лучше заказать вам для себя. 35786 – это самый темный нейтральный оттенок. Это у нас нейтральный оливковый. А мне всегда оливковый кажется таким зеленоватым оттенком. Ну, вот так вот это выглядит в сравнении с каталогом. И мне кажется, что очень похож оттенок в баночке на каталог, и он действительно из нейтральных самый темный. Давайте нанесем его на руку. Вот вы видите, как этот оттенок выглядит на руке. И да, у него есть
какой-то, ну, не нейтральный, а какой-то прохладный по тон. Вот давайте мы его растушуем. И вы увидите, ну, какая-то вот оливковость в нем действительно присутствует, но эта оливковость, знаете, не светлая, бывает, знаете, такое прям вот действительно в холодной. Но это же не холодная у нас гамма, а нейтральная, поэтому и оливковость у нас такая темноватая. То есть они выбрали для самого темного нейтрального оттенка вот такой вот оливковый подтон. Ну, смотрите, на мой взгляд, он тоже рыжит. Ну, в принципе, темная тональная основа, наверное, она и должна рыжить. Я, честно говоря, себе не представляю тональную основу холодную, темную и не рыжую. Поэтому чем темнее тональная основа, тем больше в ней рыжины. И последний оттенок, самый теплый. Самый сейчас будет у нас темный, потому что это 35787 теплый беж. И выглядит в каталоге он темнее, чем в баночке. Мне кажется, что баночка довольно еще приличная, очень похожа на предыдущий. А в каталоге, посмотрите, какой темный квадратик. И не будет эта тональная основа, конечно, настолько коричневая, как они нарисовали нам в каталоге. Ну, давайте на руку нанесем. Вот так теплый беж выглядит вживую. Очень яркий. И я бы не назвала его темным, знаете. Мне кажется, что это именно какая-то вот рыжина, смотрите. То есть, если будет загар, то этот оттенок, мне кажется, будет довольно ярким на загорелом лице. Он не будет темнить. Вот в эту тональную основу, если вы хотите делать ее более темной, во всю эту линейку, конечно, нужно добавлять темный пигмент. Потому что если вот это нанести, например, на загар, то будет просто ярко-рыжее лицо. Не будет красивого загорелого лица. Поэтому темный пигмент я бы сюда добавила. Но, в принципе, вот такой тон, возможно, кому-то тоже он будет важен и полезен, и нужен. Я людей с таким оттенком кожи в жизни не встречала. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на тему всех этих оттенков. И давайте посмотрим их в сравнении на руке. Вот так выглядят оттенки относительно друг друга. Здесь вы можете их сравнить. 35778 холодный алебастровый, 35779 нейтральный ванильный, 35780 холодный фарфоровый, 35781 нейтральный нюд, 35782 холодный розовый, 35783 нейтральный беж, 35784 теплый песочный, 35785 естественный беж, 35786 нейтрально оливковый, 35787 теплый беж. Ну что, какой оттенок подобрали вы для себя? Делитесь со мной в комментариях. И какой оттенок кажется вам наиболее приближенным к моему оттенку кожи? Мне тоже будет интересно почитать, вот на ваш взгляд. А я пока для тестирования выбрала для себя оттенок 35781, который называется нейтральный нюд. Мне показалось, что этот оттенок лучше всего адаптировался к моему тону кожи и будет наиболее выигрышно смотреться. Итак, сейчас у меня нет тона совсем. У меня есть на лице только крем Королевский бархат, который 3 в одном. Я его использую иногда в качестве праймера, то есть когда мне нужно и дневной крем нанести, и праймер не наносить лишний слой, не использовать макияжи, то вот в этом случае Королевский бархат для меня вот прям палочка-выручалочка. Поэтому назовем так: дневной крем-праймер 2 в одном есть на моем лице. И сейчас на него я буду носить тональную основу. У меня сейчас прям чудесное лицо для тестирования, есть небольшая краснота, вот здесь есть небольшая краснота, и мы сейчас будем вместе с вами смотреть, как тональная основа будет все это перекрывать. Ну, я знаю, а вы нет, поэтому будете сейчас наблюдать на экране. Итак, как всегда, традиционно на одну сторону наносим тональное средство. Наношу на руку и с руки уже буду переносить кистью на лицо. Тональная основа довольно-таки густая, ну, в меру, но она не течет, то есть это не жидкое средство, соответственно, скорее всего, будет покрытие средней плотности.
Ну что, вот я набираю на кисть и поехали. Сейчас видно, что это довольно-таки светлый оттенок, но отлично действительно адаптируется к тону кожи. Вы сейчас все это сами увидите. Знаете, я сейчас вспомнила, что в Oriflame была адаптивная тональная основа Giordani, и когда клиенты приходили к нам на мастер-класс, я могла взять вот совершенно любой оттенок, и когда начинали носить, то клиент говорил: ой, наверное, это не совсем мой тон. Я говорила: подождите, сейчас все адаптируется. Вот реально, так же, как сейчас происходит на моем лице, вот, да, вы видите половину лица, цвет чуть светлее, чем нужен мне, вот насколько я вижу, но он настолько хорошо лег, адаптировался, и когда я сейчас покрою все лицо тональным средством, то, в принципе, будет казаться, что это мой родной оттенок. Зато из-за того, что светлый такой тон, очень хорошо видно, да, вы видите, какая разница. Вы видите, как здорово перекрывает тональная основа, она перекрыла красноту, неровности. Вот я, на самом деле, в восторге. По комфортности нанесения она мне немного напоминает Aquaboost тональную основу. То есть вот этот увлажненный эффект я вижу от нее, я его чувствую, моему лицу прям супер комфортно. Я вижу, как она здорово покрывает, как она хорошо распределяется, мне не нужно ее какими-то полосками растушевывать, она не плешивит, она не ложится пятнами, она вот прям идеально легла на кожу лица, вот как вторая кожа. Поэтому вот мои впечатления самые-самые позитивные. Я не знаю, насколько вам передаст камера, но вот ровно пол лица вы видите, как здорово перекрыла тональная основа мои неровности. И в том числе, что мне нравится, что ее не надо наслаивать. То есть, чтобы сделать хорошее перекрытие, чтобы сделать именно такой ровный тон кожи, вам не нужно ее наносить в 2-3 слоя. То есть, опять же, лицу будет очень комфортно. И что важно, как я уже отметила вам, что вот этот эффект свежести макияжа, он держится очень долго, прям до вечера. Ну что, давайте нанесем на вторую часть лица. Вот я нанесла тональную основу на вторую половину лица тоже. И еще раз давайте по свойствам, по моим впечатлениям. Похоже на Aquaboost по комфорту, как она лежит на лице. По текстуре и по перекрытию очень похоже на шелковую тональную основу Giordani. Если вот у меня есть несколько прям расширенных пор, я вижу, что тональная основа в этих порах застревает или проваливается. Но, в принципе, если кистью посильнее набить в этих местах, то она уже хорошо распределяется и лежит ровно. Не провалились поры. И опять же, может быть, все-таки дневной крем это не совсем праймер. Если бы я нанесла вот праймер, то она бы уже лежала абсолютно ровно. Но такое свойство есть, тоже имейте это в виду. И у меня вот здесь вот было небольшое шелушение, и мне было интересно, как поведет себя тональная основа. Я вижу, что шелушение не подчеркивается, я вижу, что вот она хорошо перекрывает, может быть, вот этот вот увлажняющий момент в ней присутствует. Я довольна, я максимально довольна этим средством, я буду пользоваться такой тональной основой, но у меня сейчас очень большой арсенал, и не знаю, сразу ли я куплю, либо попозже, но такая стойкая, хорошо перекрывающая и при этом увлажняющая, еще и защита от фотостарения 30 тональная основа, она обязательно должна быть в косметичке. Для того, чтобы впечатление было более полным, давайте закончим макияж. Ну вот, теперь все в порядке. Если кто-то из вас так же, как и я, думал, что тональная основа немного бледновата, то просто моему лицу не хватало немного контуринга, румян и эффектной помады. Кстати, это жидкая матовая губная помада 41-967 вишневый шоколад из новой линейки помад, но оттенки вы уже посмотрите в другом видео. Если вам был интересен и полезен этот обзор, то ставьте под ним лайк, пишите обязательно в комментариях, как вам новая тональная основа, планируете ли вы ее к покупке, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!